я всегда говорю о том, что нужно думать не только о себе и требовать, но и об управляющей организации тоже нужно. За окном пора отпусков, но в актовом зале окружной администрации собрались активные жители. Сегодня здесь проходит семинар про ЖКХ. Это совместный проект Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области и Министерства ЖКХ. Семинар посвящен изменениям жилищного законодательства с целью донести новую информацию, которую каждый год у нас вносится в жилищный кодекс, до активных управдомов, старших по домам и жителей города Одинцово. Сегодня потребитель услуг ЖКХ хочет быть грамотным, знать законы и понимать свои права в сфере обслуживания многоквартирных домов. На семинар может прийти каждый, кого интересует, что происходит в доме, в котором он живет, как должна работать управляющая организация, что входит в ставку содержания и ремонта и другие вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. В нашем доме предстоит капитальный ремонт фасада, который у нас на 37-й год обозначен. А нам надо проголосовать, чтобы нас раньше поставили в срок на капитальный ремонт фасада. Потому что нашему дому 33 года. Сегодня на повестке дня вопросы, связанные с ролью и задачами советов многоквартирных домов в обеспечении эффективного управления домами, а также организации и проведением общего собрания собственников МКД. Собрание, да, совет дома, найти актив, это же вся взаимодействие. Особенно в большом доме сложно договориться. Всегда найдутся кто против, кто за. И вот это вот объединить людей, прийти к этому общему знаменателю, чтобы еще был какой-то процесс, который приведет к тому же самому капитальному ремонту. Кто контролирует, в каких процессах, когда мы находимся у регионального оператора, когда собственник создает спецсчет. То есть нюансов очень много, ЖКХ-сфера обширная, и вот мы помогаем быть грамотными именно в этом направлении. Основная цель проекта – обучить максимальное количество жителей Подмосковья. Материал подбирают управдомы, которые готовы делиться своим опытом в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».